и главный тренер металлиста Харькова Сергей Рахаев. Ну, а теперь, собственно, переходим к матчу. Это у нас последняя игра на сегодня. И после нее у нас останется еще две игры 1/8 финала. Всего лишь, да, помимо этой... Помимо этой встречи у нас также будут еще две. Московский ЦСКА будет играть против Днепропетровского Днепра. И московский Локомотив против Минского Динамо. Но эти игры будут уже чуть позже. Чуть позже. Вот. Ну вот, команда уже на поле. Металлист в желтой форме. Бунеткор сегодня в такой какой-то темно-синей, что ли, форме. И вот составы команд. Состав Металлиста. В два форварда играет команда. И состав Бунеткора. Какая тактика избрана у них? Да, тоже в два форварда. И Металлист начинает с центра. Поехали. Хуан Торрес. Тасигиели. Юарга. Хуан Торрес. Кулаков. Вилакрага. Папа Гуи. Эдмар. Балбат. Гаменюк. Сразу может у него получиться момент. Дальний удар поворотом. И вот первый удар поворотом. Пока не точно, но для пристрелки вполне сойдет. Неплохо. Удар от ворот. Захуров. Или Захуров, вернее. Мирабдулаев. Рахматулаев. Обратный пас. Ибрахимов. Каримов. Затеев. Азимов. Передача вперед. Рикошет. И мяч не доходит до игроков Металлиста. Гаменюк. Передача на Балбата. Нет, он не успевает. Он уже не успевает. Каримов. Шарахмедов. Мирабдулаев. Передача. Гафуров. Рахматулаев. Азимов. Пардаев. Пас. Так. Вот момент. Затеев. Удар. Ну, будет удар. Удар. И гол! Забивает Бунеткор. Вот это да. 1-0. Бунеткор. Сенсация во многом. Красивый гол получился. Смотрим, сейчас посмотрим повтор. Отличный пас. Вот так он убрал своего соперника и нанес потрясающий удар. Ну что ж, 33 номер Затеев. И первый гол Бунеткора на турнире. 1-0. Единственный клуб на турнире, представляющий Узбекистан, выходит вперед. Поздравляем Бунеткор. Пожелаем ему дальнейших успехов. Будем надеяться, что это не последний гол команды на турнире. Эдмар. Березовчук. Затеев. Так, сохранил мяч. Передача вперед на Радаева. Нет. Не дошел. Пас. Дизлуженкович. Удар от ворот. Здесь Каримов. Хорошо играет головой. Шадиев. Азимов. Каримов. Шарахмедов. Так. Снова Каримов. Азимов. Ну что ж, вот тут у нас уже повеселее, чем две предыдущие игры. И гол в основное время мы увидели наконец-то. Да. Виларга. Кулаков, так. Но Металлисту надо что-то предпринимать. Нельзя так играть. Но вот сейчас может что-то получится. Гаменюк. Это удар! Ух ты! И молодец, вратарь Бунеткора вытаскивает практически не берущийся мяч. Просто красавец. Шадиев.
Рахмутулаев, Хуан Торрес. Джеленкович. Гуляет мяч. Все. Звучит свисток на перерыв. 1-0 в пользу Буниткора. Металлист Харьков проигрывает сенсационно. Но Буниткор показал, что на этом турнире он намерен добиваться высоких результатов. Ждем второго тайма. Второй тайм матча Карабах, матча между харьковским металлистом и клубом Буниткор. 1-0. Буниткор выигрывает. Будем смотреть, что будет дальше. Так, а вот сейчас за такое надо карточку показывать, да. И желтая карточка 24 номеру Бардаеву. Да. Это, конечно, желтая карточка. И это первая желтая карточка, кстати, у нас на турнире, я отмечу. Так, здесь вот атака металлиста не получилась. Шорахмедов, Азимов, Затеев, Каримов, Азимов, Ибрахимов, Рахмутулаев, Азимов, Затеев, Каримов, так, Мирабдулаев, Рахмутулаев, ну дальше что? Металлист отбирает мяч и... Но у них ничего не получается. Буниткор явно сегодня выглядит лучше, чем его, нежели чем его оппоненты. Шадиев. Ларго. Но здесь вот разобрались все-таки. Балбат. Ох, выводит отличным пасом Гаменюка. И нужно наказывать Буниткор за такие ошибки. 1-1. Вот вам, пожалуйста, отыгрывается металлист. 1-1. Гаменюк. Отличным пасом выводит Гаменюка. Смотрим еще раз. Да, не было никакого здесь положения вне игры. Ну и, конечно, за такие ошибки надо было наказывать. И наказали. Совершенно справедливо наказали за такую ошибку Буниткор. Гаменюк 1-1. Браво. Во втором тайме все-таки металлист отыгрался. Затеев. Ну что ж, осталось играть около 20 минут. И, возможно, мы тоже увидим дополнительное время. Пешур. Удар, рикошет. И что? Что такое? Смотрим повтор. А, было нарушение, кажется. Но со стороны кого? Я что-то не совсем понял. Со стороны металлиста. И штрафной. Каримов. Удар. Ух ты, в перекладину! Какой момент! Обидно. Но это еще не все. Гафуров. Атака Буниткора продолжается. Кураев. Вот теперь все. Но аут в пользу Буниткора. По-прежнему пожар у ворот металлиста. Ибрахимов. Азимов. Рахмутулаев. Затеев. Так. Дальний удар. Рикошет. Но это еще не все. Хураев. Снова еще рикошет. Удар. 2-1. 2-1. 2-1. Буниткор. И это Рахмутулаев. Ну, этот гол, надо признать, этот гол назревал. Браво, браво Рахмутулаеву, браво. Замечательный гол. Сейчас еще раз посмотрим с удовольствием. Рикошет. Вот мяч отскакивает к Рахмутулаеву, удар. Но немножко такой нелепый гол получился. Немножко повезло. От штанги мяч улетел в ворота. Но тем не менее, Буниткор снова сенсационно выходит вперед. 2-1. Право.
Напоминаю, в следующем раунде победитель этого противостояния в четвертьфинале будет играть с донецким «Шахтером», который сегодня победил азербайджанский «Карабах» по серии пенальти. Гаменюк. Ну что, снова надо отыгрываться «Металлисту». Осталось всего несколько минут. Успеют ли они? Красноперов. Виларга. Хуан Торрес. Кулаков. Уже, наверное, последняя попытка. 3 минуты добавляет судья к этому матчу. И «Металлист» идет в свой последний отчаянный штурм. Хуан Торрес. Это удар. И Зухуров спасает свою команду. Великолепный сейв. Ну все, Зухуров, выбивай. И Бонюткор идет дальше, да? Все. Поздравляем. Поздравляем Бонюткор. Еще раз скажу, это единственный клуб, который представляет Узбекистан на Кубке Содружества. Но тем не менее, поздравляем Бонюткор. Один раунд они хотя бы уже прошли. Прошли «Металлист», это уже серьезно. И, честно говоря, Бунюкор мне сегодня очень понравился. Очень хорошо играла эта команда. Поздравляем ее с выходом в четвертьфинал, где ее уже ждет донецкий «Шахтер». И у нас осталось еще два матча 1/8 финала. ЦСКА «Днепр», «Локомотив», «Динамо» «Минск». Но они будут чуть позже. Ну а на этом... Так, смотрим лучшего игрока матча еще. Рахматулаев, 7-0 его оценка. Также 7-0 получил Гаменюк. И 7-0 также получил Затеев. Именно все эти трое и забили у нас сегодня голы. Ну а теперь все. Спасибо за просмотр. До свидания. До следующих матчей на Кубке Содружества.